сети появилось видео с российской балериной Анастасией Волочковой, которая босой танцевала на Мальдивах. Под звуки барабанов в компании нескольких местных мужчин, вероятно, аниматоров, Волочкова зажигала на отдыхе. Она была единственной из отдыхающих, кто смело вышел на сцену. Поклонники не смогли прокомментировать это видео, потому что звезда балета скрыла возможность комментировать после обрушившегося на нее шквала негатива.